каждый день послушные зову гудка, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы, шли к высоким каменным клеткам фабрики. И каждый день фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак. Жизнь всегда была такова. Она ровно и медленно текла куда-то мутным потоком. Годы и годы. И вся была связана крепкими давними привычками думать и делать одно и то же изо дня в день, изо дня в день. И никто не имел желания попытаться изменить ее. Прожив такой жизнь лет 50, человек умирал. Так жила и семья Власова. Ужинать. Ну? Угомонился его отец. Сыч! Thank you.
бы этого тебе. Цыц, мамаша. Цыц, мамаша. Дурачок ты. Каким кормильцем ты будешь мне, если пить начнешь? Пьет. А ты бы пожалел бы это. Да что такое? Слух идет нехороший, мать моя. Вот он устраивает артель такую, вроде Хлыстов. Все, кто называется, сечь будут друг друга. Пелагея Нилна, как? Здравствуйте, сынок, как? Занемок. Женить его не собирается, а? В семье человек лучше сохраняется. В семье он вроде гриба в уксусе. А то Божью церковь молодежь обходит и, собираясь по углам, тайно шепчут. О чем шепчут, позвольте узнать, а? А мы с вами не покрестовались. Воистину. Здравствуй, Пелагея. Сынок, как? За ним Христос воскрес. Да за такие дела ему, смутьяну, надо морду бить. Воистину воскрес. Отчаяннейшая публика, чтобы вас позабавить, разрешите вам представить артистов отличных, российских и заграничных. А вот, встаньте в лес, животе каждый доест, питается подкрешивным сильным причиной, а в общем, настоящий мужчина. А вот, да, близнеца от неизвестного отца, они прибыли прямо из далекого Чиама. Можете убедиться сами, они ушли. Это удивительное чудо природы! Живет многие годы! Твоя Надежда Ивановна, она говорит на нашем человеческом языке! Русалка Надя! Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Каждый, купивший билет из почтеннейшей публики, может увидеть живую русалку! Холодно, дай выйти. Молчи, дура! Власовский дружок. Thank you.
хорошо воспитали, господа командиры, наши жизни в нижних чинов. Когда такие люди почувствуют свою обиду и вырвутся из терпения, ой, что это будет? Уходите, Сашенька, Власов ждет вас на высоком берегу. Назад я был таким же. Купил гармошку, рубаху с накрахмаленной грудью, галоши, трость, галстук. Выучился танцевать кадриль. Домой возвращался пьяный. Однажды мать, ох, как горько она плакала. С этого началось. Потом встретил хороших людей. Находку, Николай Иванович, вас. Я давно ушла из дома. Отца я не люблю. Он теперь земский начальник, обирает крестьян. Маму жалко. Она у меня простая, как ваша. Маленькая такая, точно мышка. Быстро бегает и всего боится. Мне тоже жалко. Когда она смотрит со страхом и недоумением, мне жалко ее. Паша. Здравствуй, мать. Хочу я спросить тебя, что это ты все читаешь? Ты сядь, мамаш. Я читаю запрещенные книги. Их запрещают потому, что они говорят правду о нашей рабочей жизни. Они печатаются потихоньку, тайно. Если их у меня найдут, меня посадят в тюрьму. За что же, Пашенька? За то, что я хочу знать правду. Не плачь, мать. Подумай, какой жизнью мы живем. Тебе 40 лет, а разве ты жила? Чем ты можешь помянуть прожитое? Что же ты хочешь делать? Учиться. Потом учить других. Мы должны понять, должны узнать, мать, отчего жизнь так тяжела для нас. Я не один. Есть люди, их много, которые, желая добра народу, сеют в нем правду. За это их сажают в тюрьмы, посылают на каторгу. Я видел таких людей. И ты увидишь. Это лучшие люди на земле. Так ли, Паша? Так. Поняла ты меня? Поняла. Пропадешь. Вот от страха мы все и пропадаем. Не сердись. Как мне не бояться. Всю жизнь в страхе жила. Вся душа осла страх. Слушай, мать, если ты меня любишь, не мешай мне. Не буду я тебе мешать. Господь с тобой, живи как хочешь. Об одном прошу тебя. Не говори ты с людьми без страха. Опасаться надо людей. Ненавидят они друг друга. Погубят они тебя. Ну, ты переменился.
Добрый вечер. Паша скоро придет. Вы подождите. Да я уже жду. А кто же это вам лоб пробил, Ненька? А какое вам дело до этого, батюшка мой? Да вы не серчайте. Я потому спросил, что у матери моей тоже голова пробита. Потерял я ее в странствиях моих. Вы не серчайте. Я не рассердилась, а уж очень вы сразу спросили. Муженек от меня угостил царство ему небесное. А вы не татарин будете? Еще нет. Я хохол из города Канева. Мать Павла. Здравствуйте. Ой, батюшки, озябли вы. Пройдите к Паше, я вам сейчас самоварчик согрею. Спасибо. Здравствуйте, Пелагея Ниловна. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Ниловна. Здравствуйте. Да будет вам ноги вытянуть. Идите в комнату. Паша, Паша, вот это и есть запрещенные люди. Они самые. Может, водочки им купить? Вот это лишнее. А за самовар спасибо. Эх ты, дитя еще. Чтобы понять, от чего люди живут так плохо. И от чего они сами плохи. Нужно посмотреть, как они начали жить. Посмотрите, милый, посмотрите. Ты чего, мать? Я? Я так, про себя. Поглядите, мам. Спасибо вам, Ненька, за чай. Не пили, а уж благодарить. Как жили. Дядя, дядя мой, давай поделимся с тобой. Я висок упорю, а мне чужую сторону. Пойдешь за меня замуж? Ну, отвечай, пойдешь? А мне чужую сторону. Ну ладно, воскресенье сватов пришло. Меня Михаил Власов сватывает. Ну и нечего рожу кривить. Нашелся дурак, берет тебя замуж и идет. Все девки замуж выходят, все бабы детей родят, всем родителям дети горы. Ты что, не человек? Так всегда жили. Мне не то надо знать, как люди жили, а как надо жить. Я хочу знать, кто всех виноватей. А виноват, видишь ли, тот, кто первый сказал, это мое. Нет, виноваты и должны быть. Пришла пора драться, нечего руки лечить. Подождите, подождите, товарищи. Вы раньше должны все узнать. Учиться? Мне на это терпения не хватит. Слыхали про болотную копейку? Вокруг фабрики болото. Новый директор и придумал за наш счет осушить болото и вычитать копейку с рубля. Вот и надо объяснить рабочим всю эту чертову механику. Дело, конечно, не в копейке, но с нее начнем и пойдет. Должно пойти. И мы с тобой, весовщиков, еще такую драку увидим. Значит, забастовка? Тише. Товарищи, споем. Вихри враждебные, вихри враждебные веют над нами. Темные силы на словно гнетут. Ой, роковой, мы вступили с врагами. Нас еще судьбы неизвестные ждут. Но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы всех народов за лучший мир, за святую свободу.
она тяжелее. Ей крови человеческой больше, чем в директорском рубле. Вот. Пойдемте. И копейкой дорожим от крови и правды. Вот. Объясните нам, ты книги читаешь. Есть ли закон, чтоб директора нашей копейкой с комарами воевать? И не в копейку надо стоять, а же справедливость. Вот. Верно, Рыбин! Правду помолишь? Вас! Смелее, Паша, смелее. Товарищи, мы те люди, которые строят церкви и фабрики, куют цепи и деньги. Мы та живая сила, которая кормит и забавляет всех от пеленок и до гроба. Мы всегда и везде первые в работе и на последнем месте в жизни. Говорите! Он дело говорит, ребята. Надо понять, товарищи, что никто, кроме нас самих, не поможет нам. Один за всех, все за одного. Социалист, а не дурак. Надо позвать директора. Сам идет. Господин директор идет. Это что за сборище? Почему бросили работу? Господин директор, говорят, это что за сборище? Почему бросили работу? А? А? Я спрашиваю. Я спрашиваю! Господин директор, спрашивают! Мы уполномочены товарищами потребовать, чтобы вы отменили ваше распоряжение о вычете копейки. Почему? Мы не считаем справедливым такой налог на нас. Нутис, и что же? Пусть фабрика осушит болото за свой счет. Фабрика не занимается филантропией. Я приказываю всем немедленно встать на работу. Работай сам! Что? Что? Вы копеечку при нас оставьте! Если через 15 минут... Если через 15 минут... Вы не начнете работать... Вы не начнете работать! Я прикажу, они прикажут! Записать всем штраф! Записать всем штраф! Позвольте. Пропустите. Позвольте. Пропустите. Пропустите. Что ж ты, Власов? Говорил, говорил. Он пришел, все стер. Эй, законник! Как же теперь быть? Я предлагаю бросить работу до поры, пока он не откажется от копейки. Пошел, дураком! Что, сдачка? За копейку-то! Что? Вы сдачка? А за это все за ворота? А работать что будет? Найдутся! Иуды! Поняли меня, не пошли за моей правдой. Значит, не умел я сказать ей. Ты погоди, сегодня не поняли, завтра поймут. Должны понять. Так ведь вот даже я вижу твою правду. Ты, мать, хороший человек. Нас, наверное, сегодня возьмут. Понимаю. Боишься? Так боюсь, так боюсь. Если ты им покажешь, что испугалась, они поймут, значит, в этом доме что-то есть. Я, Паша, скреплюсь. Ты об этом в город сообщи. И Саше. Кланяйся.
понимаю. Саша, нравится? Нравится. А она это замечает, как ты думаешь? Ты сказал ей об этом? Зачем? То я полагаю, что если любишь девчину, так надо же ей сказать об этом, иначе никакого толка не будет. Какого толка ты ждешь? Мы женимся, родятся дети. Жизнь станет жизнью из-за куска хлеба. Для дела нас больше нет. Обоих нет. Так будешь молчать. Так честнее. Трудно тебе будет, Паша. Не уже трудно. Милый ты. Идут. Те, кого ждали. А? Вот это мать его построили. А это он самый. Обыскать. Павла Власова. Здравствуйте. Насчет Павлова не беспокойтесь и не грустите. Вернется из тюрьмы, еще лучше будет. Там мы отдыхаем и учимся, а здесь у нашего брата для этого времени нет. Перестанем доставлять на фабрику наши книжки. Жандармы используют это грустное явление и обратят его против Павла. Как же это? А очень просто. Был Павел, были бумажки и книжки. Нет Павла, нет ни бумажек, ни книжек. Значит, это он доставлял. Ага. Нет. Вы знакомы с торговкой Корсуном. Поговорите с ней. Не пронесет ли она? Вы мне отдайте. Уж я устрою, я сама найду ход. Это было бы просто восхитительно. Можно вас поцеловать? Если это жандармы, вы нас не знаете. Мы ошиблись домом. Зашли к вам случайно. Я упала в обморок, вы мне раздели, нашли книги. Понимаете? Познакомимся. Рыбин. Кочегар.
фашистки. Это хорошо придумано. Они народ беспокоят. Хотел я к вам пристегнуться. Я в это дело гожусь. Знаю, что людям сказать надо. Много про это думал и с Павлом говорил. Но не могу. Почему? Не верю я господам. Есть господа, которые убивают себя за народ. Всю жизнь в тюрьмах мучаются. Паша-то мой говорил. Я правду понял и с господами не пойду. Пойду один по деревням. Буду народ бунтовать. Надо, чтобы народ сам взялся. Я кашу заварю. Я, брат, такую кашу заварю. А для каши-то книжка нужна? Давай. Давай книг до таких, чтоб, прочитав, человек покою себе не находил. Обязательно дадим. На том спасибо. Я вас через мать разыщу. Я эти 7 лет обещанного ждать не буду. Поймают тебя. Поймают, выпустят, а я опять. В тюрьме сидеть будешь. Посижу, выйду, опять пойду. Пропадешь, Михаил. Я хитрый. Прощай, мать. Прощайте, господа хорошие. Силен человек. Трудно ему будет. Запомните, Пелагея Ниловна, пароль. Пироги есть? Вы отвечаете, завтра принесу. Завтра принесу. Ниловна! Пироги есть! Завтра принесу! Ах ты, мать честная! Миша, Самойлов! Самойлов! Я бы твоего сына повесил. Не сбивай народ с толку. Щи, лапша горячая, похлебка, каша. Подходите, покормлю. Слышала, мать? Бумажки-то опять появились. Вот те аресты и обыски. Сыновей наших забрали. А листки по 5 дней. Щи горячие! Каша! Подходи, покормлю! Павлу привет передай, когда увидишь. Власов!
Запрещается. Скоро ли они выпустят тебя? За что посадили? Ведь вот бумажки эти опять появились. Опять? Об этих делах говорить запрещается. Можно только о семейном. А это разве не семейное? Уж я не знаю. Только запрещается. Ладно, расскажи, мать, что ты делаешь? Ношу на фабрику все это. Щи, кашу, всякую Марьину стряпню. И прочую пищу. Хорошо, мать, что у тебя дело есть, не скучаешь? А когда листки-то эти появились, меня тоже обыскивать стали. Опять про это. Человека лишили воли, чтобы он ничего не знал, а ты свое. Ну, оставь, мама, говори о семейном. Саша кланяется. Спасибо, мама. Кончилось свидание. Разойдись. Пашенька, Пашенька. Запрещается. Не плачь. Скоро выпустим. Тесно в тюрьмах стало. Паша! Нет, то я, Андрей. Доброе утро, Ленька. Выпусти. Не плачьте, Нэнка, не томите сердце. Честное слово, скоро его выпустят. Скоро? Скоро. Против него ничего не нашли. А тюрьма там старая, начальство усталое. Очень люблю я вас, Андрюш. А если любите, может, чайком угостите? Ой, Андрюшенька. О любви с меня и немного довольны. Я знаю, вы всех можете любить. Сердце у вас большое. Нет, любим мы, что нам надо. А я вот смотрю на вас и на других, кто за народ страдает. В тюрьмы идут, в Сибирь, умирают. Кто их гонит, кто толкает. Вот они любят. А я не умею так. Я люблю свое, близкое. Все любят близкое. Но в большом сердце и далекое близкое. Вы много можете. Велико у вас материнское. Эх, Андрюша. Слышали мы в тюрьме, какие вы обеды на фабрику носите. Берут мои обеды, не жалуются. Жалеют там люди, что неграмотные они. Листовок ваших читать не могут. А я вот молодая, умела читать, да забыла. Сама того прочесть не могу, что в корчагах наших. Вы поучитесь. Мои-то годы. Зачем людей смешить? Это что? Отцы. А это? Люди. Так. 40 лет, а я еще только грамоте учиться начала. А это какая будет? Глаза у меня слабеют, Андрюша. Непременно будут очки. Титло-то веди аз рцы товарищи. Товарищ. Товарищ. Это слово не было новым для нее. Но теперь в нем пела другая душа. Товарищ, это слово пришло объединить весь мир, поднять всех людей на высоту свободы и связать их новыми узами уважения друг к другу. Товарищ, это слово звучало среди лживых слов настоящего, как радостная весть о будущем, о новой жизни, которая открыта равно для всех впереди, далеко. Или близко.
Пашу ждешь. А я Федю. Ой. Паша. Федя. Сынок. Пашенька. Николай, ты чего? Ну, давай. Пойдем с нами. Пошли. Вот и пришел. И дома. Спасибо, мама. Я думал, ты никогда не примиришься с нами, не примешь наши мысли как свои. Спасибо. Христос, ну за что же? За то, что помогаешь великому делу нашему. Когда человек может назвать мать свою и по духу родной, это редкое счастье. Спасибо, мама. Спасибо, родная. Да, крутая каша варится. Они к демонстрации серьезно готовятся. Тут городовыми не обойдешься. Войска будут, понял? Чики. Кто зачинщики? Кто понесет знамя? Вы понесете знамя. Я. Значит, снова тюрьма. А вы не могли бы... Что? Уступить другому. Нет, от этого я не откажусь ни за что. Даже если я вас буду просить. Вы? Вы не должны так говорить. Не должны. Я человек. Хороший, дорогой мне человек. Поэтому не нужно так говорить. Прощай. Что делать? Я понесу наше знамя. За это меня, возможно, снова посадят в тюрьму. Это нужно, мать. Пойми. Не горевать тебя, радоваться бы надо. Когда же будут матери, которые на смерть пошлют своих детей с радостью? А вы перестали балакать, господин. Слышал, это же надо понять, черт. Тут-то богаче, чем у тебя. Прости, мать. Есть мальчишка, дурак. Не тронь ты меня. Не говори ничего. Господь с тобой. Твоя жизнь, твое дело. Но не задевай сердце. Разве может мать не жалеть? Не может. Всех жалко мне. Все вы родные. Все достойны. И кто пожалеет вас, кроме меня? Ты идешь. За тобой другие. Все бросили. Пошли.
Андрюша, вы не кричите на него. Конечно, вы старше. Я его еще бить буду. Уйди, Павел, чтобы я тебе голову не откусил. Ух! Это я шучу, Ненька, вы не верьте. Я мягкий, как пареная репа. И я его люблю. А я сейчас самовар поставлю. Угли же у вас сырые. Ко всем чертям их. Ну что стесняетесь? Поцеловались, обнялись бы крепко-крепко. Хочешь? Можно. Какие вы и все вам товарищи. За всех печаль и радость. За всех, моя Ненька, за всех. Так и должно быть. Потому что растет новое сердце, Ненька моя милая, новое сердце в жизни растет. Идет человек, освещает жизнь огнем разума и кричит, зовет. Эй вы, люди всех стран, соединяйтесь в одну семью! Такая радость обнимает сердце, такой веселый праздник в груди. И так же чувствует француз и англичанин, когда они глянут на них, тоже чувствует итальянец. Ой. Люди разно одеваются и разно говорят. А поглядите, как богатые обращаются с рабочим народом. Так и увидите, что все они для рабочего те же башебузуки костям в голову. Товарищи! Товарищи! Мы решили открыто заявить, кто мы. Мы поднимаем сегодня наше знамя. Знамя разума, правды и свободы. Весь завод на улицу вышел! Да здравствует социал-демократическая рабочая партия. Наша партия, товарищи. Наша духовная родина. Да здравствуют рабочие люди всех стран. Вернемся от старого мира. Отдохнем его прославлен. На враждебные золотые кумиры не дави стенам царских чертов. Не воем на власть на душе брата. Мы холодного лёда пойдем. Не поем мы злое. Открыто пошли, мать, а? Ничего не бояться! Поручик, начинайте! Народ! Шагом! Бурс! Назад, товарищ! Знамя впереди! Давай поднимайся, рабочий народ! Вставай на врага лёд голодный! Раздайся лишь вместе народной! Прочь руки! Сядьте! Thank you.
казармы! Я думал, мама, ты никогда не примиришься с нами. Не примешь наши мысли как свои, а только молча будешь терпеть всю жизнь, как терпел. Это тяжело было. Тяжело. Когда человек может назвать мать свою и по духу родной, это редкое счастье. Спасибо, мама. Спасибо, родная. Сестра, да я. Она удивительный человек. Значит, решено. Вы переедете в город ко мне. Ведь я ничего не понимаю. Сижу, слушаю, думаю про себя. Нет, вы должны понимать. Женщина не может не понять музыку, особенно если ей грустно. Thank you.
понравилось? Мы, люди черной жизни, все чувствуем, понимаем, а сказать не можем. Пристройте вы меня к вашему делу, голубчик, прошу я вас. Я вам везде пойду, по всем губерниям, все дороги найду. Буду ходить зиму и лето, вплоть до могилы. Здравствуй, Ниловна. Идем на богомолье. Дай, думаю, зайду навещу брата. А это подруга моя. Здравствуйте. Анной звать. А ты не ври. Знаю, зачем пришла. Здесь все свои. А ну, помоги этим. Видели? Сына выбили из рядов, мать на его место встала. Ну, мать, давай книг да побольше. А вы расскажите так, чтобы душа горела. И расхаживала по губернии с запрещенными книжками, прокламациями, газетами. Перед ней все шире и пестрее развертывалась картина жизни человеческой. Велика земля, думала она. Красота какая! И сколько везде красоты этой милой! А все от нас закрыто. Сколько могли бы взять люди радости, если бы знали, как земля богата. Она видела, что всего было много на земле, а народ жил вокруг неисчислимых богатств, полуголодный. Лачуги нищего народа, его позорные лохмотья казались ей теперь оскорбляющими бедных людей. Она первая вступала в беседы с незнакомыми людьми, и люди молча слушали повесть о друзьях, которые давно уже единомышленно и твердо решили добиться на земле правды, осветили свои решения неисчислимыми страданиями, пролили реки крови своей ради торжества жизни новой, светлой и радостной. Придавленный к земле, окованный цепями рабьего труда, народ поднимал голову, и уже видны были черты его вечной юного лица. Грамоты страдаю. Это я их в народ раздавал. Били меня, истязали. И еще бить будут.
все стерплю. Это кто говорит? Я спрашиваю, кто говорит? А? Сиди. Что это? Почему не связаны руки? Сотки связать? Был связан, народ развязал. Что? Народ? Это кто народ? Это ты народ? Ты Чумаков? Кто еще? Руки назад, ты! Связать! Не хочу я, чтобы связывали руки мне. Бежать не собираюсь, не дерусь. Зачем связывать меня? Что? Довольно вам мучить народ, звери. Скоро придет и для вас красный день. Сукин сын, какие слова! Кулаком правду не убьешь. И бить меня не имеешь права. Собака ты паршивая. Не имею. Я не имею права. Что вы в самом деле без всякого закону? Оставь его. Хорошо, я уйду. Но смотрите, вы в ответе вместе с Потомщиком будете. Ничего, не один я на земле. Всех не выловят они. Вот. Давайте под воду под арестанта. Не дайте вам мерзаться. Прощайте, люди добрые. Ищите правду. Она тайно ходит по земле. Не жалейте себя ради правды. Прощай, народ честной. Муки ваши. На себя беру. Я доглядел, когда вы знак ему делали. Большой силы человек. Смелый. Прямо говорит. Его бьют, а он свое ломит. А чемодан-то не пустой. Тяжело в нем положено. Так что? Я так догадываюсь, что в чемодане газеты да книжки. Верно? Да. Нему везло. Теперь, значит, что же вы будете делать с этим чемоданом, с книжками или с листовками? Вам оставлю. Да? Да. Что ж, пойдем. У нас ночью был обыск. Николай болен. Ах, Ниловна, а я вас беспокоил. Где же? Рачение.
Наши узнали, что Николай Иванович болен, велели проведать и узнать, не надо ли чего. Лудить, паять! Ворот шпион. Лудить, паять! Кастрюлю ведра чиним! Софьюшка, я буду диктовать. Товарищи крестьяне. Тя-тя-тя-тя-тя-тя, мой, давай поделимся с тобой. Тебе соху ворону, а мне чужую сторону. Тебе соху ворону, а мне чужую сторону. Лудить, паять, кастрюли ведры чинить! И подпись. Российская социал-демократическая рабочая партия. Все. Спасибо, хозяйка. Лудить, паять, кастрюли ведра чиним. Чудесный парень. Какие хорошие люди. Молодые рабочие, крепкие, полные жажды все понять. Смотришь на них и веришь. Россия будет самой яркой демократией Земли. Сегодня из тюрьмы бежал один из наших товарищей. Кто бежал? Может быть, Паша. Не удалось узнать, кто он. Как вам помочь скрыться? Где его найти? Я сейчас ходила по улице. Не встречу ли? Это глупо. Сашенька. Конечно, да. Но надо что-то делать. Я снова пойду. И я. Я тоже. Николай, ты? Я не умна. Как это ты ушел? Случай подвернулся. А наши как? Павел ничего, здорово. Он вроде старосту у нас там. Уважают его. Слушай, не умна. Можно им побег устроить. У меня план есть. Ткацкую фабрику знаешь? Да. Ступай туда, там Саша учительница. Хорошо. Николай Иванович очень болен. У него был обыск. Это запрещено, говорит. Обои отодрали, подоконники выворотили. Даже золову из печки вынули. Я прошу молчать. То есть молчать обо всем, что не касается лично вас. Не понимаешь, о чем говорит? Я тоже не понимаю. Тогда свидания не нужны. До свидания, Паша. Разойдитесь. Саша, привет. Готово. Товарищи крестьяне,
Даниловна. Ну что он? Ничего. Здоров. Записку отдали? Конечно. Я так ловко сунула ее. Ну, а как вы думаете, он согласится? Да я не знаю. А почему бы не уйти, если безопасности это? У нас все готово. Я пойду туда. Зачем? Голубушка, возьмите меня. Я не помешаю. Мне нужно. Мило, очень легко это. Смотри сюда. Это стена тюрьмы. Налево кладбище, направо улица. Подходит фонарщик. Наш силуэт. Ставит лестницу к стене. А там за стеной знают время, когда это будет сделано. Ну что там? Удалось. Николаю очень плохо. Очень. Может быть, Паша? Нет, скорее, Собскому. Сдала ты мать сына, пришел я. Не сердись. Паша сам не хотел бежать, велел меня. Я ушел. Нет. Павел сказал, мать поймет. Я понимаю. А чего же ты сюда пришел? И ищут тебя, небось. На дворе такое, что городовые по домам сидят, не то что шпионы. А есть тут у меня должок один. Хочу Николая Ивановича повидать. Болен он. Худо с ним. Веди меня к нему, мать. Здравствуй, Николай Иванович. О, явился медведь. Пришел я к тебе сказать спасибо. За что? За то, что выучил ты нас, возмутил дух наш. За то, что разделил с нами муки наши. От народа тебе спасибо, Николай Иванович. А с господами как же? Господа, конечно, разные бывают. Одни обманут, другие отстанут. А самые лучшие с нами до конца пойдут. Играй.
Последнее слово имеет находка, Андрей. Господа судьи, я уже заставил себя подумать, что вы действительно люди честные. Вот стоят перед вами две стороны. И одна жалуется. Он меня ограбил, замордовал совсем. А другая отвечает. Имею право грабить и мордовать, потому что у меня ружье есть. Понимаете, по существу? По существу. Я знаю, будет время, когда люди станут любоваться друг другом. Когда каждый будет как звезда перед другим. Тогда не жизнь будет, а служение человеку. Так ради этой жизни я на все пойду. Лишаю вас слова, садитесь. Не трусят. Федор Сизо. Я клянусь, я знаю, вы осудите меня. Я честное слово, куда вы не пошлете меня, убегу, поручусь, буду работать против вас всегда, всю жизнь. Честное слово, честное слово. Лишаю вас слова. Павел Власов. Человек партии, я признаю только суд моей партии. И буду говорить не в защиту свою, а о желанию моих товарищей. Попробую объяснить вам то, чего вы не поняли. Мы социалисты. Мы говорим, общество, которое рассматривает человека только как орудие своего обогащения, противочеловечно. Оно враждебно нам. Мы не можем примириться с его моралью, двуличной и лживой. Наши лозунги просты. Долой частную собственность, все средства производства народу, вся власть народу, труд обязателен для всех. Вы видите, мы не бунтовщики, против общества, интересы которого вам приказано защищать, как непримиримые враги его. Идеи наши растут, они все ярче разгораются, они увлекают за собой все лучшее, все духовно здоровое даже из вашей среды. Посмотрите. У вас уже нету людей, которые могли бы идейно бороться за вашу власть. Вы уже израсходовали все аргументы, способные оградить вас от напора исторической справедливости. Вы не можете создать ничего нового в области идей. Вы духовно бесплодны. Я предупреждаю вас. Вы оторвали человека от жизни и разрушили его. Социализм соединяет разрушенный вами мир воедино великое целое, и это будет. Лишаю вас. Это будет. А, как он их, а? Суд удаляется на совещание для вынесения приговора. Прошу встать! Значит, поехал. Как ты чувствуешь себя? Хорошо, мама. Я думала, страшно. Совсем не страшно, Паша. От Саши привет. Спасибо. Ей передай. Андрюша. Милый вам. А может, вы и есть моя мать, Ненька? Только боитесь сказать, бо я некрасивый. Андрюша. Прошу встать, суд идет. По указу его императорского величества, окружной суд, рассмотрев дело по обвинению Власова Павла Михайлова.
Значит, поехали. Милая ты моя, ведь я знаю, любишь ты его. Он всех сильнее и проще. Он чуткий, нежный, только стыдится открыть себя. Хоть бы один день видеть вас вместе хотела я. Вероятно, они меня тоже в Сибирь. Я заявлю тогда, что желаю быть поселенной в той местности, где будет он. А когда у вас родятся дети, я приеду к вам, буду нянчиться с ними. Нет. Жить он там не станет. Он уйдет, конечно. Сегодня ночью на дифтографе отпечатана речь Паула. Ее решено разбросать по городу, а часть отправить в другие места. Вот я ее отвезу. Нет, вам опасно. Все вы бережете меня. Себя не бережете. Нет, нет. Слушайте, идут дети. Кровь наша. За весь мир, за всех рабочих людей пошли они. Что же мы оставим детей наших? Что ж, поезжайте. Речь получите на вокзале. Вас встретит человек с желтым чемоданом. Таня. Что в чемодане, знаете? Какую речь сказал, а? Говорят, у него мать есть, в партии тоже. Такая просто чудеса. Глядишь. Ничего. То-то. Воровка! Старая! А туда же! Я не воровка, врешь! Гляди! Глядите все! Вчера судили политических. Там был мой сын Власов. Он сказал речь. Вот она! За что судили сына моего и всех, кто с ним? Вы знаете? Я вам скажу! Вы поверьте сердцу матери, седым волосам ее. Жандармы, уходи, мать! Вчера людей за то судили, что они несут вам всякую правду. Отойди! 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 Не бойтесь ничего! Отойди! Нет муки,